Привет всем! Записываю этот ролик как анонс. Анонс нашей предстоящей поездки. Пройдет больше 2 недель, и мы опять собираемся ехать в Перу. Год назад мы были уже в Перу, и надеюсь, вы видели мои ролики. В этот раз мы едем на 2 недели, и все эти 2 недели с нами будет Рома. Рома прекрасный проводник, поэтому его рассказы очень интересны. Кроме того, что он знает не только историю официальную, но и пытается показать альтернативную историю. Чем будет еще отличаться эта поездка? Во-первых, я с собой беру квадрокоптер, поэтому сделаю очень многие виды с высоты птичьего полета. Надеюсь, это будет интересно. Второе, мы едем в некоторые места, которые мы не были в прошлый раз. Например, мы едем на озеро Титикака, там посмотрим. И поснимаем. Дальше с Ромой мы едем в Мачу-Пикчу. Мы в прошлом году уже были на Мачу-Пикчу без Ромы. Мы слышали рассказы официальных гидов. Я думаю, что Рома нам может показать места, которые отличаются от официальной истории. И самое главное, целую неделю мы проведем в экспедиции. Это будет интересно. Будет именно экспедиция. Целую неделю будем жить в палатках. Ночевать будем около горных озер. С нами будут местные проводники, с нами будет повар, с нами будут вьючные животные, так что мы ни на себе не будем таскать вещи, только самое необходимое. И будем целую неделю путешествовать по Андам. И опять же, я буду все постараюсь снять, делать фильмы. Опять буду снимать с квадрокоптера с высоты птичьего полета. И я очень надеюсь, что вам будет интересно. Все, будьте со мной. Ждите фильмов. Всем привет! Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!